Ага. Оно живое. Я почти уверен, что слышу какие-то звуки. Феноменально. Давайте скорее раскулим эту штуку и посмотрим, что там. Найн, мы можем навредить. Надо делать аккуратно. Этого я и боялся. Классический сюжет. Беззаботные космические исследователи находят что-то на неизвестной планете и тащат на свой космический корабль. А что бывает потом? А потом? Вот, представь. Ты просыпаешься утром раньше всех и видишь, что оно уже смогло выбраться. Вместо того, чтобы позвать остальных, ты решишь сам посмотреть, что же это такое. Может, сначала попробуем как-нибудь подсмотреть, что там внутри? Ты чего тянуть-то, ёлки-галки? Стоп! Есть способ смотреть, что внутри, но не разбивай лёд. Это что, фокус какой-то? Это почти волшебство. Ну, конечно же! Нужно было сразу сделать рентгеновский снимок. Было бы неплохо узнать, что же мы хотим выпустить на свободу. Вот именно. Айн, момент. Ну, что там такое? Не все сразу, друг мой нетерпеливый. Теперь этот снимок надо проявить. Тогда и посмотрим. Так я и знал. Ну что опять? Пока проявится рентгеновский снимок, будет уже поздно. Помогите! Мы все погибнем! Я хочу домой! Мама! Смотрите, это же новая форма жизни! Феноменально! Смотри, эта штука уже почти растаяла! Смотрите. Я содержу монстра! Фух, ну вы даете!
меня, чужой. Я еле из этой глыбы вырвался, а они покалечить решили. Копатыч, а как ты там оказался? Как-как? Поскользнулся, свалился в эту жижу. Она возьми, да, и замерзни. Хорошо, что вы меня заметили. Постой, ведь это тоже классический сюжет. Одинокий астронавт, забыт на планете. Ну-ну, классический вы мой. С нашей стороны это было бы форменным свинством. Погодите. Где Нюша? Невероятное расстояние. Исключено. Наша акула акулы быть не может. А это тогда что? Главное, держим дистанцию. Ни в коем случае не подплываем близко. Когда увидим акулу, прячемся за скамейкой. По моей команде выпрыгиваем и набрасываем ее в сеть. Акула! 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 Я в ключе! Акула! Прячемся! Сечь! Держите! Акула! Скорее прячьтесь! Сюда! Не надо прекратить! Что за несоответствие? Это непростительно! Пугозёты! Науки! Так это ты все распугал! Безобразие! Хулиганство! Я в шоке! Это возбудительно! Простите нас! Мы не хотели вас пугать! Мы просто поиграли! Мы подумали, что будет весело! Мы больше так никогда не будем. Простите. Кошмар.
точно! Никакого порядка! И куда только Пискарь Иванович смотрит? Ты слышала? Акула! Акула! В пруду завелась акула! 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 Акулы широко распространены в морях и океанах. Понимаете? Они обитают в морской воде. То есть в соленой. Хотя... Есть такая акула, которая живет в пресной. Пресноводная акула – озеро Никарагуа. От нас это, очень далеко. Позвольте, а вдруг это зубастое чудовище преодолело столь невероятное расстояние? Исключено. Наша акула в акул быть не может. А это тогда что? Главное, держим дистанцию. Ни в коем случае не подплываем близко. Как только увидим акулу, прячемся за скамейкой. По моей команде выпрыгиваем и набрасываем на нее сеть. Акула! 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 Все в укрытие! Акула! Прячемся! Спасите! Сеть! Спасите! Держите меня! Сюда, сюда! Не надо прекратить! Что за замеса пьеса? Это непростительно! Вон отсюда! Мальки! Так это ты? Мы все распугали! Безобразие! Хулиганство! Я в шоке! Это возмутительно! Славный сегодня денек. Кажется, у меня жар. Акулы мерещатся. Ну надо же. Градусник потерялся. Пойду к Пискарю Ивановичу. Спасите! Акула! Акула! Это вы кошмар! Представляете, в пруду завелась акула! Многоуважаемая, вы тоже видели акулу? Самую настоящую! Огромную зубастую акулу! Это чудовищно! Никакого порядка! И куда только Пискарь Иванович смотрит? Ты слышала? Акула! 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 Завелась акула! 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 Завелась акула! Акулы широко распространены в морях и океанах. Понимаете? Они обитают в морской воде. То есть в соленой. Хотя... Есть такая акула, которая живет в пресной. Пресноводная акула – озеро Никарагуа. От нас это, очень далеко. Позвольте, а вдруг это зубастое чудовище преодолело столь невероятное расстояние? Исключено. Наша акула акулы быть не может. А это тогда что? По-нашему! Главное, держим дистанцию. Ни в коем случае не подплываем близко. Тогда как только увидим акулу, прячемся за скамейкой. По моей команде выпрыгиваем и набрасываем на нее сеть. Акула! 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 Все в укрытие! Акула! Прячемся! Сядь! Держите!
Прекратить! Что за несоответствие? Это непростительно! Пугозёты! Науки! Так это ты! Все распугал! Безобразие! Хулиганство! Я в шоке! Это возбудительно! Простите нас! Мы не хотели вас пугать! Мы просто поиграли! Мы подумали, что будет весело! Мы больше так никогда не будем! Простите! Кошмар! Представляете, в пруду завелась акула! Многоуважаемая, вы тоже видели акулу? Самую настоящую, огромную, зубастую акулу! Это чудовищно! Никакого порядка! И куда только Пискарь Иванович смотрит! Ты слышала? Акула! Акула! В пруду завелась акула! 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 Завелась акула! Акулы широко распространены в морях и океанах. Понимаете? Они обитают в морской воде, то есть в соленой. Хотя, есть такая акула, которая живет в пресной. Пресноводная акула – озеро Никарагуа. От нас это, очень далеко. Позвольте, а вдруг это зубастое чудовище преодолело столь невероятное расстояние? Исключено. Наша акула могу быть не может. А это тогда что? Главное, держим дистанцию. Ни в коем случае не подплываем близко. Как только увидим акулу, прячемся за скамейкой. По моей команде выпрыгиваем и набрасываем на нее сеть. Акула! 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 Все укройте! Акула! Прячемся! Спасите! Сеть! Спасите! Держите меня! Сюда! Немедленно прекратить! Что за замесопьесса? Это непростительно! Вон отец! Мальки! Так это ты? Мы все распугали! Безобразие! Хулиганство! Я в шоке! Это возмутительно! Оно живое! Я почти уверен, что слышу какие-то звуки. Феноменально. Давайте скорее раскулим эту штуку и посмотрим, что там. Найн, мы можем навредить. Надо делать аккуратно. Этого я и боялся. Классический сюжет. Беззаботные космические исследователи находят что-то на неизвестной планете и тащат на свой космический корабль. А что бывает потом? А потом? Вот, представь. Ты просыпаешься утром раньше всех и видишь, что оно уже смогло выбраться. Вместо того, чтобы позвать остальных, ты решишь сам посмотреть, что же это такое. Попробуем как-нибудь подсмотреть, что там внутри. Да чего тянуть-то, ёлки-кулки? Стоп! Есть способ смотреть, что внутри, но не разбивай кнут. Это что, фокус какой-то? Это почти волшебство.
ствол. Ну, конечно же! Нужно было сразу сделать рентгеновский снимок. Было бы неплохо узнать, что же мы хотим выпустить на свободу. Вот именно. Ай, на момент. Ну, что там такое? Эй, не все сразу, друг мой нетерпеливый. Теперь этот снимок надо проявить. Тогда и посмотрим. Так я и знал. Ну что опять? Пока проявится рентгеновский снимок, будет уже поздно. Помогите! Мы все погибнем! Я хочу домой! Мама! Снимок готов! Смотрите! Это же новая форма жизни! Феноменально! Смотри, эта штука уже почти растаяла! Смотрите. С нашей стороны это было бы форменным свинством. Погодите. Где Нюша? Ой, ой, как холодно.